Итак, совет первый. Чтобы ребенок слушал, читать нужно в спокойной обстановке. А это значит, хорошо бы убрать игрушки, которые могут отвлечь, выключить компьютер и телевизор. Чтобы заинтересовать малыша книгой, читать нужно выразительно и эмоционально. Говорим то ниже, то выше, быстрее и медленнее. При этом тщательно проговариваем все звуки. Кстати, не нужно бояться текстов с незнакомыми словами. Они помогут ребенку расширить словарный запас и здорово ускорят развитие речи. Киса, скажи. Да. В процессе чтения хорошо сделать паузу и рассмотреть картинки. Миша уже умеет говорить, поэтому мама просит его описать то, что он видит. Если нужно, подсказываем новые слова, а потом обязательно хвалим. Такие занятия разовьют фантазию и, конечно, еще больше сблизят вас друг с другом. Книги для малышей покупаем прочные и красочные, с крупными картинками. Хорошо показывать детям тематические книжки, например, о животных и их детках, о фруктах и овощах. Для развития речи самым маленьким полезно читать прибаутки, в которых повторяются слова и отдельные слоги. Это стимулирует малыша повторять за мамой и учит его говорить. Если ребенок просит читать одно и то же по несколько раз, не отказывайте ему. Наоборот, это можно использовать и учить наизусть стихотворения и истории. И хорошо превратить чтение в приятный для малыша ритуал. Читать перед сном всегда в одно и то же время.